Обалдеть, какая суша. Ни одной лужи нет на Володе. Так, и болото высохнет. Здесь вот вода текла через дорогу. Ничего не видно. Даже намеков нет. Вот люди, собирающие клюкву. Вот. Пойду-ка я на болото загляну. Багульник. Багульник. Даже какая суша. Редкий гриб. Старый. А вот здесь чувствуется болото. Хрись куда-нибудь проварился. Здесь уже проваливается. Тут вообще топка. Да нахрен эта клюква, поедем камни собирать. Где-нибудь провалишься и сгинешь один. Прежде чем долбить жилу, решил посмотреть немножко отвал. Неплохой образец. На мой взгляд, попался. Во-первых, он не маленький. Водички надо. Вот тут гранат неплохой, целая семья. С одной стороны, с другой стороны, вот здесь, вот видите, в кварце гранат тоже. И где-то еще. А, вот целый слой. Целый слой гранатовых. Как бисер. Ладно, отложим его. Конечно, вот здесь вот, скорее всего, по трещинке тоже может быть он. Но начнешь разбивать, расколачивать образец аккуратно, все равно сломаешь какие-то кристаллы. Поэтому не стоит. Продолжаю долбить ямку. Хорошо разбирается жила, но уж больно они бывают неподъемные кусочки. Несколько не такой хотелось кварц. Вот здесь вот он чернущий и шпат. Похоже, что не такой. Ну, это седло удобное стало. Ох.
эту сторону перевернулся. Тут вот слюдка идет. Слюдка, значит, интересно. Вот какой-то кварц надо, такой вот полупрозрачный, желательно. Ну вот этот выкинул более-менее. Так вот кидаешь, кидаешь и... И пробросить можно. Да я тут уже ломиком поработал. Такой же черный. Вот тут вот слюдка идет хоть. Где слюдка-то, там точно гранат может быть. Не понять тут. Справа часть отвала. Вот видно, что похоже на отвал, хотя... Хотя нет, смотрите-ка, какая она плотная. Блоки лежат плотные. Вот такой вот слюдки с кварцем. Может быть, мелкий гранат. Мелкий гранат здесь лучше, он прозрачный. Опять же, крупный он. Есть крупный. Сам кварц красивый, конечно, но не тот. Похоже, что не тот. Слюды-то здесь сколько. Ну вот, мелкий гранат попался, его плохо видно. Вот здесь вот видно. Вау. Вот гранат там. Слюдка прилеплена. Здесь вот мелочь. Там. Ну, это хоть интересно, а то уж хотел яму бросать. А тут какой-то хоть шанс появился. Отложим. Ладно, продолжу. Продолжу. Тогда надо вот это все обрушить и заглубиться. Хорошая слюда, такими
ошметками идет где-нибудь на доедок, точно бы знал, что за ней надо идти. А тут хрен поймет еще. Хотя шпат интересный. Здесь чисто белый, есть желта. Такой ровненький. Мне по душе, конечно, вот такое вот. Вот если занор, допустим, ну здесь вряд ли, вот такой светленький, а занорный, он уже вот такой начинается, изъеденный весь, коричневый, не падать. Но слепой ничего не вижу. То ли кварц, то ли гранатик. Отложу, там разберемся. Ну вот. Интересно. И здесь что-то похожее. Вот шпат белый, белый, белый. А потом, видите, полость выложена вот таким вот шпатом. Вот, видимо, своего рода занорчик тоже. Вот гранат. И тут гранатик сидит. Как бы его сфотографировать-то? Ой, все расплывается. Все плывет. Ну, в общем, понятно, да? Так. И этот, который я взял, видимо, тоже вот эта часть изъеденная. Да, тоже гранатик маленький сидит. Вот и смотришь тогда, что здесь может быть. Вот, но здесь ничего не видно. А там раз надуй, ага, берил, аквамарин. Эх. Ну что тут еще? Ничего не видать. Не видать. Как-то по левой шпатовой заноришь. Надо книги почитать. Рассыпается. Рассыпается. Жилка, конечно, была немножко скрыта. Зима, лето, перепад температур, вода попала, вот тебе и разрушилось. Солнышко не в яме. Видно плохо.
растения корни свои пустили. Тоже разгребают шпат. Вон они, видите. Вот слюдка идет ручейком таким вот. Вот так вот. Вот, вот здесь, вот здесь. Вот, вот где слюдка, там гранат, ну, очень мелкий. Вот. Отложим образец. Может таки располовину по гранату. Там посмотрим. Сохранится или нет. Следы-то, следы сколько. О, ужас. Красота. Наработался сегодня, даже руки дрожат. Ладно, сейчас вот здесь вот уберу. Вот шпати, это я показывал. Идет. Слюдка наоборот. Помыть аккуратненько. Вот то в кварце, то в шпате встречается гранатик. Где? Вон где. Тоже надо мыть. Вообще шпат какой стал. Оранжево-розовый. Вот она ручейками здесь. А что, граната нет? Нет, вот тут вот где слюдка. Встречается гранат. Ну такую балду же не попрешь. Килограмм 8 дней, наверное, 7. Располовиню. Посмотрим, что там. Да. Где же крупный гранат? Кто мне скажет?